При параде, при стиле, дядя при стиле. Балдеет, Сито. Кузен Флойд говорит, что в стрип-клубах их женщинам относятся как к вещам. Но вы не вещи, вы люди. Садитесь в вертолет. Бесит, бесит меня это. Бесит. Новый вертолет. В смысле, я не понял. А что надо было сделать? Охранник скрылся. Это управлять вертолетом, еще и переключаться на камеру? Да вы че, блин? В смысле? Почему так сложно-то всегда все? Бляха, 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 бляха! Правильно? Вижу стройку. Погоди-ка. Чуть не влетел. Че, погоди? Я пропустил, что он сказал. Зависи над ней, зависи не у входа на стройку. Все? Товарищи-то, ну. Лестер, что там копошишься-то? Я завис. Привет, Лестер. Привет. Только что мне позвонил Тревор насчет большого дела в ХХ. Ты в курсе? Да, я сказал ему, что дело созрело. Ты с нами? Конечно, я с вами. Послушай, я кое-что проверю. Встречаемся у Тревора. Он захватил мужской клуб «Ванильный единорог». Хорошо? Сообщи Франклину. Выполнено. Тишина и покой. Жесть. Захватил стрип-клуб. Окей, ладно, поехали, короче. Надо что-нибудь накинуть на себя. И поехали, короче, навстречу, да? Сейчас что-нибудь накинем. Все в майке. Стрип-клуб-то теперь треворский. Не очень, надо пиджачок какой-нибудь одеть, да? Давай костюмчик какой-нибудь, пиджачок. Костюмы. Серый костюм, угольно-черный. Наверное, давай вот этот. Вот этот, такой вот. Светленьком пойдем. Светленьком, а, ну-ка, очки, очки. Очки. Без очков, без очков. А что, у меня очков нет? А, есть. Авиаторы. Ну все, все такой, дядя. Дядя при параде, при стиле. Дядя при стиле. Окей. Да ладно, моя тачка появилась. Прикольно. Да ладно, прикинь, моя тачка, что ли. Или я уже забыл, или мы какую-то другую тачку переделали. Нет, это моя тачка, Audi. Ну, типа Audi. Вообще зашибись. Откуда она? Так, незнакомцы, да, у нас появились еще у Тревора. Ну это потом тогда сходим. Погнали вот сюда. Ля! Собака. Да, точно, это моя тачка, видишь эти? Баксы. Это этот, короче, сын же брал, да, ее? Видать, вернул. Окей. Так если он вернул... А, может, когда пока не было, да, дома, он оставил просто ее. А так просто... Если он вернул... Бля. На встречку выехал. Ладно, сейчас повернем. Вот так. А так бы, знаешь, пересекся бы с отцом. Поговорили бы по душам, там посидели, что-нибудь. Снова наркотой бы его напоил. Так, вон там заезд, окей. Все.
Я готов. Я при параде на своей точили. И я готов. Man, shut up, man. I'm tired of your mom. Так, правильно же иду? Правильно же иду? Или мне надо где-то с другой стороны было пройти? Балдеть, Сидпо. Кузен Флойд говорит, что в стрип-клубах их к женщинам относятся как к вещам. Но вы не вещи, вы люди. Чувак, ты просто... Так, или надо с другой стороны? Че идем-то? Почему не бежим-то? Во, задрал. Походняк свой включил. Так, где вход-то? Пошла ты с дороги. Да в смысле? А чё дверь-то не открыть? What the fuck? Что происходит? Как мне попасть туда, к Тревору-то? Чё за дичь-то? Я никуда не могу попасть сегодня. Ни в одно это. Ни в одну миссию. Ни в одно здание. Что за фигня? Здесь? Тоже нет. What the fuck? Вот. Она даже выделяется, эта дверь. Почему я не могу попасть туда? Что за дичь? Почему я не могу попасть в эту дверь? Открывай, Тревор. Мать твою. Через клуб тоже никак. Сейчас охерею, если даже в клуб не пустят. Еще жесть. Где? Да куда ты? Эй, дамочка, где Тревор? Может, я могу здесь пройти? А, я могу здесь пройти, погоди. Иди нахер. What the fuck, а? Где тут начальник? Где начальник? Охренеть. Привет. Сразу говорю, холодильник сломан. Ничего. Я уже успел насладиться твоим гостеприимством. Я изменился, слышишь? Да-да, я с этой хренью завязал, понятно? Теперь только улажу дела с Мэри Уэзер, прослежу, чтобы управление за нами не охотилось, устрою последнее крупное дело, а потом ты вернешься к своей семье. А я? Я поселюсь здесь. Стану заправлять бизнесом, людей радовать. Брэда вытащу из тюрьмы и буду... Счастлив. Откуда у тебя вообще это заведение? Да, оно давно уже у меня. Так ты, наверное, знаешь прежнего управляющего? Леона? Не. Ладно, проехали. А что тут происходит? А происходит тут крупное дело. Давным-давно, далеко-далеко отсюда, жили-были три парня. Майкл, Тревор и Лестер. И Брэд. А, да. Ну да. Брэд тоже иногда был. Ну и другие ребята. Так, короче, мы грабили, обманывали, били. Жили, в общем, как обычные подонки. Но всегда мечтали об одном. Исключительно об одном.
О крупном деле. О крупном деле. О крупном деле. Что это за крупное дело? Федеральное хранилище. Около 200 миллионов золотых слитков, спертых у дяди Сэма. Если уцелеем, то остаток жизни проведем, скрываясь от правительства. Но, зато это будет мой, наш шедевр. Итак, господа, давайте выполним свой гражданский долг и найдем себе приличную работу. Сюда. Пошли. Крупное дело. А вот и Леон. Садитесь в свою машину, окей. Поехали. Эй, вы на связи? Так, у нас все строго по графику. Бронемашины без груза в данный момент направляются к федеральному хранилищу. По нашим данным, они будут проезжать по бульвару Инонсен в восточном Лос-Анджелесе примерно в 15:30. Мы с Тревером проследим за ними, чтобы найти самую подходящую для уклона точку. Короче, мы едем на его аэродром вокруг Блейн. И возвращаемся в вертолет Майкла Франклин. Все, что от вас требуется, срисовать банк и обратить внимание на все подозрительное. Мы должны срисовать банк? Да, типа все подробно смотреть. Охрана пути отхода, общая обстановка. А, ну ладно. Окей. Короче. Начало крупного дела. О, вот это да. Вот это да. Чувствую, будет эпичненько. Будет эпичненько. Но начало подразумевает в себе сейчас вот то, что нам надо все хорошенько обдумать, все хорошенько продумать. И потом это все организовать. Ох! Я прям в предвкушении вот этого реального ограбления. Федеральное хранилище. Ты прикинь? Ты прикинь? Ну, а дальше нам еще надо будет, блин, как-то чудаки незнакомцы у этого у Тревора. Так, ладно, мы приехали. Нажмите R, чтобы посмотреть вот банк. Охраны мало, пары нигеров хватит, бах-бах и готово. О чем это ты, Фрэнк? Войти внутрь, говорю, дело плевое. Это же обычный банк, но вот в подвал попасть не так просто. Это ведь там лежат золото. Верно, сейчас мы останемся возле центра Арка-стрит на Альта-стрит и осмотрим банк. Поехали. Смотрите, черный вход. Вы, может, не заметили, но я намного научился, пока тусовался с вами. В общем, я думаю, что мне пора стать старшим партнером в группе. Послушал я вашу... Что-то препор... Ладно, поехали. Читайте. Так, черный вход. Черный вход. Ой, елки, опять налегке. Ага, хренотень какая-то, да? Уж к национальную могли бы представить побольше людей. Ну, скажи, видать, в стране дела что-то там херовое. Окей. Типа, мало охраны. Для такого хранилища, да, типа, мало охраны. Ну, что-то там. Что-то там такое, знаешь. Какая-то подстава там. Так, сейчас прошел, еще два осталось. Окей. Блех, опять на вертолете летать, что ли? Садитесь в вертолет. Бесит, бесит меня это. Бесит. Новый вертолет. Лестер, ты же сам все время говоришь, что у нас график. Давай же. Если от дела нет явной прибыли, тебе трудно убедить. Все, полетели. Да какой телефон ты опять достал? Ну, уйди. Полетели. Rather than external. It's quiet enough that any
Постарайся не подплеть слишком близко к тюрьме, они поднимут тревогу. Верно, верно, поднимешь шухер, никого побега. Почему меня опять ведет в левую сторону, я не понимаю. Что у тебя не так с вертолетом, Тревор? Ведет в левую сторону. Теперь в правую. Так. Летим сосредоточенно. Да, под конец, короче, серии опять мы начали задание, и опять у нас серия, короче, затянется. Ну, ладно. Если уж сильно затянется, то придется обрезать. Будет обрезанное. Так, на время... А, ну уже все, подлетели на место. Надо, наверное, снижаться. Эй, Майкл, мы обнаружили конвой. Держи за нами, тебе, делай все, что нужно. Будет Лестеру. Чтобы приключиться в камеры Лестера. Как именно место, что-то там... А что надо сделать? В смысле, я не понял. А что надо было сделать? Охранник скрылся. Это управлять вертолетом, еще и переключаться на камеру. Да вы че, блин? В смысле? Почему так сложно-то всегда все? Погоди, или он сам это все пофоткает? Какое именно место для засады мы ищем? Так. Да, видно. И? Бляха, а что надо сделать? Следить? Под одним из мостов. Слишком открытое место. Так. Так. Давай уже быстрее ищи это место. А то, блин, я сейчас где-нибудь врежусь по-любому. Но? О чем ты думаешь? Я думаю, что не люблю долго находиться рядом с тобой. Да, и надолго тоже. Так, куда они уехали? Куда уехали-то? Ого. Потерял из виду, короче. Давай вот здесь. Я потерял их из виду, думаю, они выехали в туннель. Не молись, они здесь одна дорога. Они ведут с другой стороны. Я пролечу поверху навстречу. Так, они возвращаются на открытую дорогу. Дело придется провернуть быстро, но это, по крайней мере, реально. Нашел, да, место? Я так полагаю, что это через туннель.
А чё, нет-то? Они в туннель заезжают. Бляха. Все, отлично. Вижу лук 86, ждите. Эй, 30 секунд назад что-то... А, пробки какие? Ладно. Лук 86 здание. Так, при планировании дела к ювелирам я запомнил, что где-то здесь прокладывают новую линию метро. Облети вокруг здания и найди стройплощадку. Вас понял. Ищу здоровенную дырищу. Вон стройплощадка. Да бляха. Все, не туда нажимаю. Вторая площадка вот. Правильно? Вижу стройку. Погоди-ка. Чуть не влетел. Чё, погоди? Я пропустил, что он сказал. Бляха, что надо сделать? Что надо сделать? Вот дыра, мне нужно, чтобы под ней, пока я осмотрюсь. Леха, куда полетел-то? Муторно эти управления вертолетом. Муторно. Ты меня бесишь. Почему? За что я-то? За что меня посадили за штурвал? Давай. Бляха. Ну. Давай же, ну. Бляха, там здание, наверное, да? Да какой телефон-то опять, ну? Зависи над ней, зависи не у входа на стройку. Но я завис над ней. Все? Товарищи-то, ну? Лестер, что там копошишься-то? Я завис. Хорошо, буду прям над точкой. Да я и так над точкой, ну, Лестер, твою мать. Ты что делаешь-то? Леха, зависните над дырой. Так а я что, не над дырой? Вы что, блядь? Да уни ты. Мне нужно... Да ты задрал, ну! Говнюк. Давай. Да, блядь, камера эта ссадая. Стой! Стой, мать твою, стой! Куда еще ближе-то? Долбанах. Вот. Я над ней. Вот. Вот, я над ней. Что?
Я завис. Снимай. Долбожопа. Вот долбожопа. Я завис над ней, твою мать. Что за дичь? Как ты меня бесишь-то? Как ты меня бесишь-то? Окей, I'll get closer for ya. Чуть-чуть. Давай, Ричи. Держись на месте. Давай. Подожди. Задрол. Давай. Неплохо. Это такая дичь просто. Отвези зрителя Франклина домой. Пешком не дойти, что ли? Еще и домой довозить. Уйди. Короче, да, серия затянулась, я ее разделю на две части, получается. Hey, so how you feeling about this? Feeling pretty good. We got Lester planning it. He'll get us options. There's you, a guy I know I can depend on. And then there's... Вообще меня вымотала вот эта фигня, короче, на на вертолете. Это такая дичь. Hey, you ain't done too good of a job at that yourself, you feel me? Yeah, well... Зачем? Да, блин, текстуры теперь еще начали. Короче, вы задрыли нафиг меня все тут. Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA and your family, man. You know what? I met Amanda and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude and the deal with the FIB? What happened in North Yankton back in the day, anyway? This ain't the time. Man, we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, all right? Fuck it, I'ma ask Trevor. Ну, можно еще за Тревора продолжить. Но пошел он в жопу. Там по-любому на вертолете дальше лететь надо куда-то. Все, приехали. До встречи, звоним. Лестер позвонит, как только что-нибудь нароет. Все, да? Фу. Окей, выполнено. Отлично. Разведка большого дела. Жесть. Все, на этом, короче, я закончу. Серию я, получается, разделю на две части. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.